Староскольский городской суд полностью перешел на электронное оформление судебных актов. Новшество касается всех гражданских и административных заседаний, апелляций, за исключением сведений, составляющих охраняемую законом тайну. По мнению президиума Белгородского областного суда, электронные постановления экономят ресурсы как самого суда, так и лиц, участвующих в деле. Направляться документы будут через личные кабинеты участников процесса на площадке ГАЗ «Правосудие» и на едином портале государственных муниципальных услуг. При этом также сохраняется возможность получения традиционной письменной копии судебного акта.